Здравствуйте, в эфире новости Курган.ру, в студии Алексей Старцев. Губернатор Алексей Кокорин в Аргашинском районе побывал и на заводе противопожарного специального оборудования. Встретился с его новым собственником Владимиром Воронянским и генеральным директором Владимиром Казаковым. Кроме этого, он побеседовал с коллективом предприятия. В июне этого года были организованы торги по продаже 100% акций предприятия, по результатам которых новым владельцем Варгашинского завода ППСО стал Владимир Воронянский. Сегодня практически погашена кредиторская задолженность завода. Арбитражным судом прекращено судебное производство в отношении предприятия. На его развитие и погашение кредиторской задолженности собственник направил около 400 миллионов рублей. На данный момент на заводе работает 350 человек. Предприятие набирает пакет заказов, в том числе экспортных. В сентябре планируют изготовить 18 спецмашин. По итогам визита губернатора Алексея Кокорина в Северо-Казахстанскую область, а также ответного визита казахской делегации в Зауралье, принято решение о поставке двух машин, изготовленных на Варгашинском заводе в аэропорты Республики Казахстан. По данным Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики, решается вопрос и о поставке заводских машин, которые будут использоваться для обеспечения безопасности на чемпионате мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России. Ситуация на Варгашинском заводе противопожарного оборудования достаточно стабильна. Инвесторам, собственникам погашена практически вся кредиторская задолженность. И сейчас совместная наша задача сформировать пакет заказов уже на ближайшую перспективу для того, чтобы у работников завода, мы сегодня с ними встречались, была уверенность в завтрашнем дне, а эта уверенность будет подкреплена прежде всего качественными, стабильными заказами на перспективу. На заводе мы ситуацию переломили, и сейчас она должна уже стабильно, в хорошем направлении двигаться для развития экономики, предприятия, ну, естественно, и Варгашинского района, да и в целом Курганской области. В ходе личной встречи с собственником предприятия Алексей Кокорин отметил, что правительство области готово оказать любую поддержку для дальнейшего развития предприятия. Напомним, что Варгашинский завод противопожарного оборудования имеет 75-летнюю историю в сфере выпуска пожарной и специальной техники. Происходит это по полному технологическому циклу от резки листового металла до выхода с конвейера готовых автомобилей. Предприятие производит более 50 моделей пожарных автоцистерн высотной и спецтехники. Светлана Епифанова, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Меньше недели отделяют россиян от главного политического события 2016 года – выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Реальный шанс выбрать понравившуюся кандидатуру, которая будет отстаивать интересы избирателей в Белокаменной, чтобы Москва слышала регионы. Как показал социологический опрос населения, в этом году многие жители региона не только знают, когда пройдут выборы, но и активно высказывают желание участвовать в них. Регион вышел на финишную черту в проведении самого значимого события политического сезона 2016 года – выборы в высший законодательный орган страны – Государственную Думу. В Курганской области, как и во всех регионах России, работа центральных избирательных комиссий в самом пиковом состоянии. Проверка избирательных участков на соответствие требованиям, в том числе создание всех комфортных условий для избирателей. Неделя будет очень сложной, поскольку все, значит, кандидаты придерживали свои агитационные материалы. Они в эту неделю все выпустят на наших избирателей. И поэтому, конечно, у нас есть некоторое беспокойство, чтобы не было применено каких-то черных технологий со стороны наших политических партий. По словам Светланы Гулькевич, пока партии придерживали свои агитационные материалы, и на этой неделе, скорее всего, это пойдет, как говорится, в народ. Главное в этом – корректное поведение друг к другу и чтобы действовали аккуратно, без черного пиара, который, по сути, избирателям не нужен. 18 числа они должны прийти на участки с хорошим настроением. Событие важное, ведь по всей стране пройдут выборы как по одномандатным, так и по партийным спискам. В Заурале насчитывается
считается, более 700 тысяч избирателей. Уже напечатано более 1500 бюллетеней. 16 числа они будут направлены по избирательным участкам. И границы, и центры уже определены. Скоро начнется установка необходимого оборудования. В этот же самый день правоохранительные органы приступят к их круглосуточной охране. Об этом было сообщено председателем регионального ЦИК 12 сентября на аппаратном совещании у губернатора. Мы будем применять на нашей территории 61 КАИП, это комплекс обработки избирательных бюллетеней, это, в общем-то, серьезные, значит, у нас технические, значит, информационные вот эти устройства, которых мы сегодня учим дополнительно по применению этих устройств. Ну вот у нас 51 в городе Кургане и 10 в Шадринске. В день выборов, а также в день тишины, 17 сентября, ни один кандидат от политических партий не имеет права проводить агитационные мероприятия. На это в региональном ЦИКе обратили особенное внимание. За чистотой выборов будут следить множественные наблюдатели. В этом году ожидается и 4 наблюдателя ОБСЕ. Кроме этого, ход избирательной кампании и сами выборы будут освещать региональные СМИ. Большое внимание уделяется доступности избирательных участков для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также возможности проголосовать не по месту прописки. Уже выдано более 1200 открепительных удостоверений. На все организационные работы уже потрачено около 800 миллионов рублей. В целом все территории хорошо подготовлены. Создаются все условия для того, чтобы на избирательных участках был настоящий политический праздник, чтобы люди пришли в хорошие помещения, где играла бы музыка, рядом проводился концерт, организована разнообразная торговля. Конечно же, надо прийти на избирательный участок, потому что мы достаточно средств истратили на то, чтобы подготовить. И у нас достаточно политических кандидатов, ну, разного уровня, да, социального, политического уровня, поэтому на все вкусы. И я думаю, что у наших избирателей есть свой выбор. Это 14 партий, пожалуйста. Это 9 наших кандидатов, тоже разного уровня, тоже пожалуйста. Приходите, выбирайте, голосуйте. Есть возможность за кого. 18 сентября – это возможность проявить свою социальную активность, на своем примере показать, обычные люди решают будущее страны. Чтобы каждый регион прислал в Госдуму тех представителей, которые будут отстаивать его интересы, чтобы Москва слышала регионы. Алексей Старцев, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В селе Чистозере Курганской области открылся современный животноводческий комплекс. Новый объект осмотрела и наша съемочная группа. В это сложно поверить, но 5 лет назад на этом месте было лишь поле. Сегодня здесь, в Чистозере, открылся селекционно-генетический центр, аналогов которому нет на Урале и даже в России. В состав объекта входит работа 2 свиноводческих комплексов – комбикормового завода и элеватора. Инициатор возведения центра – Александр Ильтяков. В 2011 году он презентовал Владимиру Путину проект по развитию свиноводства в Чистозерье. Сегодня моя задача – продолжить развитие агропромышленного комплекса Курганской области. И для этого есть все предпосылки. Генетический материал есть. Селекционно-генетическая работа ведется. Программное обеспечение имеется. Для всех мясоперерабатывающих предприятий Курганской области это дает прежде всего свое мясное сырье. Сегодня на базе центра будут выращивать до 30 тысяч голов свиней в год. Особое внимание будет уделяться генетике пород. По словам Ильтякова, данный комплекс даст толчок для развития сельского хозяйства Зауралья. У нас будут возделаны земли. У нас сегодня всего лишь 1 400 000 гектар земли возделывается. Еще 1 000 000 свободных площадей, на которых мы можем увеличить, нарастить урожай. И это позволит, как я уже говорил сегодня, во все бюджетные фонды, областные, районные, сельские, привлечь до 10 миллиардов налоговых поступлений. Селекционно-генетический центр – автоматизированное производство. Предприятие работает по канадской технологии выращивания свиней. Стоит отметить, что в работе селекционного центра участвуют лучшие курганские умы – выпускники сельскохозяйственной академии имени Мальцева. Достаточно обширный опыт
есть. И также к нам сюда приезжают иностранные специалисты из Голландии, из Канады приезжали, из Америки. То есть опыт достаточно обширный, и знаний, я думаю, у нас более чем достаточно. Открытие селекционно-генетического центра – это лишь начало, считает Александр Ильтяков. По словам депутата, возведение подобных объектов в ряде районов Зауралья позволит вывести сельское хозяйство на новую ступень развития. В Кургане состоялась презентация новой уникальной книги о военной истории России. Подробности прямо сейчас. Новый подход к образованию. Новая картинка российской истории. Именно так отзываются эксперты о недавно вышедшей в свет книге «Военная история России». Ее тираж 3000 экземпляров. 900 из них появились в Заурале. В Департаменте образования и науки региона состоялась ее презентация. Но не только. В ближайшее время все заинтересованные общеобразовательные учреждения ее получат бесплатно. Этой целью задалось региональное отделение Российского военно-исторического общества. Среди первых счастливчиков – кадеты Курганского промышленного техникума. Их преподаватели уверены, что в современном обществе, где в неприкрытой форме искажается вся мировая история, а некоторые государства с увлечением это пытаются сделать с российской историей, появление такого учебного пособия на вес золота. Сейчас эта тема военного патриотизма вообще очень актуальна. Так как время сейчас очень неспокойное, мы видим, как наша страна, наша Родина выступает миротворцем во многих военных конфликтах. И поэтому наша основная задача – это готовить гражданина Российской Федерации, это воина, который способен и обязан в любое время защитить свою Родину, если надо отдать жизнь за нее. Сейчас, когда пытаются переписать всемирную историю, историю Великой Отечественной войны, просто необходимо объяснить и рассказать нашим детям всю правду. С этим соглашается и отвечающая за образовательный процесс в регионе Наталья Бабкова, директор областного департамента образования и науки. Презентуем пособие, которое подарило зауральским школьникам военно-историческое общество. Это пособие является уникальным, потому что оно новое, оно как раз ориентировано на современную молодежь. И также уникальность этого пособия заключается в том, что здесь собрана вся история военного дела, очень много информации о сражениях, о людях, которые совершали подвиги. И что, мне кажется, важно для современной молодежи, здесь нет длинных текстов. Здесь есть короткая, интересная информация, которая позволяет в дальнейшем, проявляя интерес к тому или иному явлению, развиваться дальше. А это, в свою очередь, подвигнет молодежь заниматься самообразованием. Современные технологии сегодня позволяют это делать увлекательно и быстро. Уже известно, что уникальное издание, которое без приукрас рассказывает о том, что происходило в нашей стране, в ближайшее время поступит во все кадетские и казачьи школы области. Алексей Старцев, Андрей Глазырин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В свое время плачевное состояние Курганского областного художественного музея вызывало множественные нарекания со стороны главы региона. Алексей Кокорин взял вопрос на личный контроль. Профинансированы многомиллионные ремонтные работы. Одновременно с этим здесь начался показ уникальных экспозиций. Об одной из них расскажем прямо сейчас. Тишина умеет разговаривать громко, даже оглушающе. Хотите убедиться в этом, не нужно многого. В художественном музее Кургана открылась выставка, экспонаты которой способны разговаривать с самым сокровенным нашего сердца и сознания. Многие работы уже успешно были показаны в Париже. Язык красок и техника, которую применяет автор, без согласия и разрешения начинает сразу же разговаривать с собеседником напротив. Живые, подкованные, интеллектуальные, слова олицетворения сами вырываются, когда удается перевести взгляд с одного письма на другое. Именно удается. Холсты долго не позволяют этого сделать. Персональная выставка нашего земляка, взбудоражившего художественный мир, Владимира Колова. Наши курганцы и гости города всегда отмечают какую-то особую найденную художником манеру, которая его отличает от других художников. Это очень современный по языку художник, и его работы, хотя кажется, классические жанры, пейзаж, натюрморты есть у него, очень много композиций, я бы даже сказала, картин. И последние годы это картины с философским подтекстом, образно-метафорические композиции, которые вызывают широкую гамму эмоций, каких-то воспоминаний, ассоциаций у зрителя.
Он считает себя зауральцем, хотя уже более 15 лет преподает и работает творчески в Ханты-Мансийске. Здесь собраны все новые работы за последние 6 лет. Их было написано немало. Для Кургана это премьеры. Многие побывали за рубежом, в крупных художественных центрах, а также в Сибири и центральной части России. Обращается и к каким-то литературным ассоциациям, к библейским, к евангельским текстам. Его интересует судьба нашей Родины, особенно провинции, русской женщины, провинциалки. И вот есть такая замечательная картина в нашей экспозиции «Запоздалая птица». Можно даже делать выставку одной картины. И когда мы первый раз ее увидели, мы поняли, что это событие, настоящее событие в художественной жизни. Она была очень высоко оценена разными специалистами, художниками, коллегами, зрителями, на какой бы выставке ни побывала. «Запоздалая птица. Уже все ушли, она все тут». На картине о родине, о чувствах и словах, которые многие не любят произносить. Темы, которые неудобно поднимать. Картины-собеседники, после которых уходишь полностью удовлетворенным. Другая реальность, подслушанная и умело высказанная. Экспозиция, которую не стоит, нужно посетить, работать будет до 15 октября. Алексей Старцев, Андрей Глазырин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В последнее время аналитики отмечают снижение спроса на жилье в новостройках. Популярностью по ряду объективных причин пользуется вторичка. Такие квартиры значительно упали в цене из-за кризиса и зачастую не требуют больших вложений на благоустройство. Поэтому рынок первичного жилья на сегодняшний день пребывает в некотором застое. Оценить качество новостроек и квартир взялись курганские журналисты, представители банковского сектора и регионального департамента госэкспертизы строительства и ЖКХ. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. В поле зрения экспертной группы попали дома в трех микрорайонах Кургана – Лесной, Заозерный и Солнечный. Инспектировали жилые комплексы Заозерный, Семерочка, Дружный, Эверест, Талисман от основных застройщиков Кургана. Оценивали следующие параметры – качество, цена, сроки сдачи, обустройство прилегающих территорий и расположение. В целом остались довольны. Качество построек удовлетворяет всем требованиям. Многие из квартир сдаются уже с отделкой. Да и приобрести это жилье можно на самых выгодных условиях. Все указанные дома аккредитованы в Сбербанке, где действует ряд программ. Спрос на новостройки сегодня в Кургане несколько ниже, потому что вторичное жилье предлагается по более интересным ценам, падение цены там значительно больше. Сегодня мы предлагаем выгодные кредитные программы на первичное жилье с процентной ставкой от 7,5% годовых. Ипотечное кредитование, безусловно, пользуется спросом. Только Сбербанк за 8 месяцев текущего года выдал кредитов на 1,5 миллиарда рублей заемщикам. Способствует спросу и действия программ государственного субсидирования. Сегодня спросом пользуется в основном эконом-жилье стоимостью до 2 миллионов рублей. По программе КИЖК мы предлагаем ставки от 7,5% годовых. По программе государственного субсидирования ставка от 11,4% годовых. По словам застройщиков, после летнего затишья сейчас рынок жилья активизируется. Среди предложений не только самые ликвидные студии эконом-класса, но и двух- и трехкомнатные квартиры с черновой и чистовой видами отделки. Так, квартиры в жилом комплексе «Заозерный» отличает льготная стоимость до 35 тысяч за квадратный метр. По качеству это жилье ничем не уступает тому, что мы продаем в рядовом режиме. То есть это также 100% отделка. То есть на полу ламинат, кафель в ванной комнате, сантехника в санузле, лоджия застеклена, двери межкомнатные, входная металлическая, счетчики, батареи, обои. То есть по факту человеку для освоения квартиры нужно будет оборудовать кухню, спальное место и можно будет жить. По проекту планируется построить 41 дом, а это около 8 тысяч квартир для курганских семей. Квартиры-студии в комплексе «Семерочка» отличают низкая стоимость. Такое жилье обойдется в 900 тысяч рублей. Правда, сдаются они без отделки. Зато собственник может проявить фантазию при обустройстве жилья. В комплексе «Дружный», где также можно приобрести квартиру по выгодным условиям кредитования от Сбербанка, уделяют особое внимание и благоустройству придомовых территорий. Здесь современная баскетбольная площадка, детская площадка, отвечающая всем стандартам качества и безопасности. Есть большая парковка, стоит ограждение территории для того, чтобы повысить уровень безопасности, потому что многие выпускают своих детей, гуляют с детьми. Также стоит видеонаблюдение. К этому видеонаблюдению можно подключиться в режиме онлайн, посмотреть, что происходит у тебя на детской площадке, что в лифтах, что в подъездах.
Таким образом, застройщик изначально создает безопасные условия для проживания. В комплексе 280 квартир, в основном одна- и двухкомнатные. Стоимость начинается от 1 миллиона 400 тысяч рублей. Застройщик работает по программам КЖК «Жилье для молодой семьи». По данным объектам я хотел бы сказать, что данный объект включен в программу «Жилье для российской семьи», которая реализуется на территории Курганской области. В рамках данной программы предусмотрено строительство жилья экономического класса для категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством. Это является одной из мер социальной поддержки населения, а также это отличная возможность для граждан улучшить свои жилищные условия. Участие в программе могут принять и молодые семьи, и работники бюджетной сферы, и многодетные семьи, то есть круг довольно широк. В рамках этой программы предусматривается субсидирование ипотечного кредита до 5%. Продление в 2016 году программы «Ипотека с государственной поддержкой» поддержало рынок жилья в Зауралье. Значительная часть ипотечных сделок в Курганском отделении Сбербанка пришлась именно на госпрограмму. Жилье зауральцы приобретают под 11,9%. Ипотека доступна и за счет субсидий, которые позволяют покупателям рассчитывать на снижение банковских процентных ставок. Взять ипотечный кредит под 7,5% можно уже сейчас в рамках региональной госпрограммы развития жилищного строительства до 2018 года и в ближайшее время под 5% по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Условия участия можно уточнить в Департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Алексей Старцев, Ульяна Чапала, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Цирк братьев Гертнер продолжает свою работу. Впереди еще несколько незабываемых выступлений. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций и поближе познакомилась с главными любимцами публики – слонихами. В зрительном зале сегодня пусто, но на арене цирка братьев Гертнер, как обычно, любимцы публики – слоны. Сегодня у животных репетиция. Несмотря на то, что выступают великаны только через несколько дней, готовятся всегда тщательно. Отлынивать не в их правилах, а все благодаря великолепному воспитанию. Дрессировщики в пятом поколении Алекс и Кристин Гертнер занимаются слонами давно. Признаются, секрет взаимопонимания в постоянном общении с млекопитающим. Слон, он очень сентиментальный. А слышит только человек, что он постоянно занимается, Он надо постоянно общаться, постоянно, что он видел тебя, надо он кормить, надо все сделать. Возможности слонов впечатляют. В программе демонстрация около десятка невероятных трюков. Выступают слонихи как вместе, так и раздельно. Главная героиня среди них – Индра. Одна команда дрессировщика и гигантское животное, словно невесомое, без труда замирает в стойке на передних лапах. Индра! Каждый слон можно свой лимит получать. Вот это очень хорошо, она идет на тумбе, значит, она можно это сделать. Другая это трюк не может сделать. Просто когда начинаем репетировать, смотрим, что, какой слон можно на лучшее что сделать. Это просто надо психологически чуть-чуть надо тоже это понять. А еще у каждой слонихи свой характер. Индра, например, самая активная. После каждого выполнения трюка животному положено лакомство, иначе обидится. Любит кушать сено, морковь, свеклу, батоны, не откажется и от сладкого. Российский сахар индийскому слону из Германии очень нравится на вкус. Дрессировка животных – дело ответственное. Заниматься воспитанием укротители начинают с самого детства. Например, как юный 9-летний Джозеф. Он уже шестое поколение Гертнеров. Занимается и с лошадьми, и слонами, и даже гусями. Дает им команды, а те, в свою очередь, не только слушаются, но и любят малыша. Кто тебе больше нравится? Лошади или слоны? С кем больше нравится? Слоны. Слоны? Не страшно с ними? Нет. Мне нравится работать с животными. Напомним, что продажа билетов идет в кассе цирка на площади около торгово-развлекательного центра «Гиперсити». Работаем до 2 октября. Напоминаю, каждую субботу, воскресенье, четверг и пятницу. Приходите, ждем всех в шоу слонов братьев Гертнер.
На этом наша программа подходит к концу. Впереди вас ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Почему «Единая Россия»? Хорошо помню, как создавалась «Единая Россия». В этом была как раз моя инициатива. Нам предстояло выправить ситуацию. По сути, восстановить дееспособность государства. Укрепить его целостность и федеративные основы. Преодолеть раскол в самом обществе. И такой точкой сборки страны и стала «Единая Россия». За партию президента. За «Единую Россию». Почему «Единая Россия»? В основе политики «Единой России» уважение к традициям, культуре, истории нашего многонационального народа, понимание государственных интересов России, приверженность таким важнейшим ценностям, как патриотизм, правда и справедливость, национальное единство. Убежден, вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами, но только в том случае, если будем слышать людей. Слышим людей. Сможем сделать. «Единая Россия». Дорогие курганцы, уважаемые избиратели, 18 сентября 2016 года, в единый день голосования на территории всей России, состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Это важная веха в истории страны. От того, кого мы выберем в главный законодательный орган России, зависит дальнейшее развитие нашего государства, нашего города, а значит и наш с вами завтрашний день. Давайте все вместе придем 18 сентября на избирательные участки и отдадим свои голоса за кандидатов, способных изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Проголосуем за партию, которой доверяем. Проявим гражданскую позицию. Сделаем выбор в пользу динамичного и поступательного развития России. Долгожданное возвращение легенд русского рока в Курган. Юрий Шевчук и группа ДДТ. 16 октября. Филармония. Интернет-магазин Е96. Все для подготовки автомобиля к зиме. Е96. Заказывай и забирай. Интернет-магазин «Столплит» представляет мебель по традиционно низким ценам. Стол «Фред» всего за 3990 рублей. «Столплит» – доступная мебель. Я, Валерий Газаев, прошу всех, кто мне доверяет, проголосовать за «Справедливую Россию». «Справедливая Россия» – номер 14 в избирательном бюллетене. Ну что, купил? Да. Давай, давай. Ну, давай, 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 давай. Ну, ну. Гол! И это, пожалуй, лучший интернет 4G. Быстрый интернет в смартфонах по суперценам. Уже в офисах «Мотив». Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Карманова Жанна. Циклонический вихрь с центром над Средним Уралом продолжит забрасывать за Уралье новые порции облачности и осадков. При этом сохранится холодная погода, а температурный режим окажется немного ниже своей климатической нормы. В Екатеринбурге и Тюмени плюс 10-12, Челябинске плюс 11-13, временами дождь. В Кургане облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8-10. Днем в Кургане облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба. 14 сентября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. «Справедливая Россия» выступает категорически против поборов на капитальный ремонт. Я, Роман Бабаян, прошу вас проголосовать за «Справедливую Россию». «Справедливая Россия» – номер 14 в избирательном бюллетене. Модуль 3 на 3. 100 рублей. Ваше громкое послание во вселенную информации. Спрашивайте на точках приема рекламы.
Надоел постоянный беспорядок в шкафу? Устали от мятой одежды в гардеробе? Чудо-вешалка Вандерхенгер решит эти проблемы. Сделайте свой шкаф удобным и практичным благодаря функциональности нашей вешалки. Устаревшие неудобные плечики теперь навсегда остались в прошлом. Одна чудо-вешалка Вандерхенгер выдерживает вес до 10 килограммов. Звоните и заказывайте прямо сейчас комплект из 8 чудо-вешалок Вандерхенгер всего за 499 рублей. Успейте сегодня. We'll be right back.